Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я готовлю яичницу на воде. Для этого наливаем воду примерно 100-120 мл. И, как обычно, делаем яичницу, добавляем яйца. Солим. Все, яичница готова. Когда белок покроет беленьким, значит, готово. Можно подольше, если хочется, чтобы желток был покруче. Здесь он будет жидкий. Вот у меня получилась вот такая красота. Желток жидкий. И обязательно, если желток жидкий, хотя у нас яйца от фермера, но тем не менее всегда немножечко лимона туда для подстраховки. А если магазина, тем более, если нету, допустим, лимона, то можно соком помидора. Все, я желаю вам всем приятного аппетита. До новых встреч!